Номинация «Литературное творчество» Краевого онлайн-фестиваля «Радуга талантов». Гашокова Лейла, учащаяся специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 29 города Георгиевска. «Мой край». Автор Галина Лещенко. Гашокова Лейла. Стихотворение Галины Лещенко «Мой край». Вьется лентой серая дорога, вдоль нее бескрайние поля. Ставропольский край, всего здесь много, родина ты, милая моя. Украшает край мой Пятигорье, не устану любоваться я. Было здесь когда-то лукоморье, а теперь богатая земля. Житница России золотая, здравницей зовешься ты не зря. Хлебом кормишь устали не зная, дел хватает, лишь взойдет заря. Выплывают корабли степные, чтобы землю вновь перепахать. Издавна пошло так и поныне сеять хлеб и снова убирать. Наш народ простой и хлебосольный, славится везде своим трудом. Край ты мой любимый и раздольный, солнечный, уютный, отчий дом.